Хорватия известна живописными пляжами на побережье Адриатического моря. На десятках островов страны каждый год с весны по осень отдыхают миллионы посетителей. Экономика бывшей Югославской республики очень зависит от туристической отрасли. Однако из-за пандемии коронавируса небольшие прибрежные городки остаются пустыми, а рестораны и кафе в них закрытыми. В прошлом году Хорватию посетили рекордные 20 миллионов туристов. В этом, несмотря на хорошую погоду на побережье полуострова Истрия, можно увидеть только местных жителей. Работники местной туристической отрасли уверены, что Истрия уже скоро сможет принимать гостей, поскольку правительству почти удалось взять эпидемию под контроль. В течение нескольких недель на полуострове не зарегистрировали ни одного случая инфицирования. В секторе частного жилья я вижу виллы, которые стоят отдельно от другой инфраструктуры городов и побережья, находятся вдали от курортов. Есть частное жилье, где в здании имеется максимум одна или две квартиры для 2-4 человек, так что сохранять дистанцию очень легко. Работники гостиничного сектора говорят, что они принимают дополнительные защитные меры. Например, для каждого гостя будет выделено больше места. Наша главная задача в этом году – обеспечить больше места для гостей. И в наших отелях и кемпингах мы можем это сделать. Есть много открытого пространства. Впрочем, для некоторых местных жителей отсутствие туристов, наоборот, подарок. Этот год отличается от предыдущих. Город пуст, нет толп или чего-то подобного. И я чувствую себя намного лучше. В Хорватии зарегистрировано более 2000 зараженных коронавирусом. Скончалось менее 100 человек.